Сложение дробей. Пример номер 5. Запишите пример. Чтобы решить пример, нам необходимо проиллюстрировать дроби с помощью форм и жетонов. Чтобы представить первую дробь, находим форму, соответствующую знаменателю. Форма 4. Числитель равен 1, значит на форму необходимо наложить 1 жетон. Вторая дробь говорит о том, что нужно добавить еще 2 части от 4. Выкладываем еще 2 жетона. Мы видим, что у нас заполнено 3 отверстия из 4. Делаем вывод, что ответ равен 3/4. Запишите ответ.